Мы посещаем парк Ахматовой. Мы здесь впервые. Поэтому вашему обзору такой парк. Немного обновленный. Вот сейчас мы идем именно посмотреть какой-то фильм, который открытый. Я сейчас думаю, как вот эти фонари загорятся, будет поинтереснее по существу-то. Розы красивые, но видно, никто их не поливал здесь. Может, сюда переместимся, на эту сторону? Ну, тоже все как бы озвучивают, что здесь такого не было, такого громадного передела. Просто типа поставили тротуарные эти вот дорожки, сделали, поставили лавочки, больше ничего. Фонари даже что старые были, говорю, здесь ничего такого. Мы идем на сеанс, который будет 20 часов 40 минут. Это будет типа как бы арена, которая уже с выходом в море, и экран будет находиться именно уже в самой бухте. Вот. Будут показывать какой-то фильм, по-моему, «Любовь и голуби», поэтому мы заглянем в этот фильм. Бесплатно. Надеюсь, там тепло на улице. Не такой дубак. Пока тепло. Но в море сейчас всегда холодно. Парковая часть еще уходит вот туда дальше, в правую сторону, я вижу. И там какие-то еще руины. Руины имеются в виду старые эти вот. Старых строений какие-то египетские. Туалет. Да, пошли. Куда? Ну как куда-то? Сюда пойдем, а там мы с собой пойдем. GoPro, стоп. GoPro, стоп, видео. Правая сторона парка. Вот сейчас мы отклонились со центральной аллеи. И пришли посмотреть, что находится именно здесь. Здесь я как вижу влюбленные пары. Ничего более. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они рабочие? Не проверял. Лен, стучи. Так, сейчас. Занята. А левая сторона? А здесь занята? Заходи, раз молчат-то. GoPro, стоп. Я думаю, Ленка, ближайшего туда. А, посмотри, женщина ломится, не может зайти. Конечно. Поставить-то они их поставили, но ничего не работает. И все. Капусты насадили. Прикольно. Красиво. Такими линиями. Я полагаю, здесь, наверное, это днем будет прикольно здесь потусоваться. Ну, сейчас вообще прикольно в волейбол поиграть. Сейчас уже не очень жарко. Ну, у нас вот сейчас тоже там, да, там, на этом есть. Где? Ну, ближайшее место, ну, на, как он называется,
нас солдатском приезжу. А, тоже с волейболом, да? Да. Ну, не такая прям большая, это, но она же тоже как бы огражена. И там уже должен находиться, что делать. Ну, сегодня нет солнышка, поэтому не очень так красиво. Так, пойдем, куда пойдем? Посмотрим расписание или сейчас заберем? Сюда? Так, это Молодожены. Наверное. И многие, кто это прежде под такую арочку стать, так посмотреть. Вон какие шахматы, ты видишь, да? Фигурки. Шахматы. Впереди, видишь? Вон сатыр тоже здесь. В кафе, может, пойдешь там это самое шоу. Ну а что? А, тогда используй ее как-нибудь. Так, а мне сейчас теперь где кино? Может, где-то там? Сейчас мы посмотрим, что. Сейчас. Тяжелый Ленька? А, не посмотрим. Ну что, он купается? Где, здесь? А, где ты видишь? Да фиг его знает. Где кино? Мы пришли в кино. Сейчас найдем. Вон, вижу, там сцена, наверное. Это называется «Солнечный пляж». Наверное, скорее всего, по той причине, что здесь солнце круглый год. Вот, в смысле, целый день имеется, световой, да. Здесь очень много травы, на самом деле. Чтобы купить. Вон там классно, наверное, попасть. Но вода будет стоячая, однозначно. О, вообще отлично, мы уже пришли. Офигеть. Ну что, Лен, где садимся? Повыше здесь вроде, да. Где вон там? Третий ряд? Третий ряд? Или пока пойдем посмотрим, знаете, на бойцов. Пойдем, ну, что там не ловит. Или тут где-то, где там. К морю, имеется сюда поближе. Что хоть ловит-то? Не очень глубоко для того, чтобы здесь ловить. Вон рыба бежит, он двигается. Вон. Какие-то собачки называются. Там тоже какой-то пляж. Там это, наверное, там закрытые. Там закрытые. Ну а там вот какой-то херсонес уже. Можем перейти туда, имеется в виду, если так вот. Когда? Идти, если вот так вот туда, может туда попасть. Сидят. Пошли. Ну что, здесь сядем? Ну, конечно, сядем. GoPro, стоп. Thank you.
Вот такой рубец. Скрытый показал. Закуси. Не надо.